Сегодня выбрался на рыбалку. В плане ловить на жерлицы. Приехали часов 8, еще было темно. Жерлицы все расставили. Вот. Пошли ловить живцов. Где-то полчаса назад проверяли. Поклевок не было. Вот мы вчетвером. Где-то у нас по 10 жерлиц на каждого. Есть ни одной поклевки пока. Очень много рыбаков, почти все берега заставлены жерличниками. Куда ни посмотри, везде ловят рыбу. Вот. Живец клюет вообще очень плохо. Поймали двух живцов всего. Вот. Не знаю, что с живцом случилось. Раньше здесь окушки клевали только в путь, сейчас что-то вообще не клюет. Надеюсь, поймаю что-нибудь сегодня. Очень опять большая. Нет? Какая большая? Какая? Да большая, большая. Там опять черешка. Матрешка там. А, нет. Нет. Говорю, не большая. А ты так ее держал по нему. Вот на опуня. Дюнул, да. Сверху. Поздравляю. Здесь они уже вторая или вторая, да. Жувасики поводков. Цепные пиявки везде. Килограммовый. На луку. Там 100 грамм как раз луку. Вообще ничего нет. И натяжки даже нет. Багор, подожди, Такая же, а то открой руки, блядь. Ни хера себе рыбина. Все, ушла. Слышь? Ну, я ее... Не парси... О, блядь. Подожди, не торопись. Открой руки, может, перерезать. Да мне не видеть хотя бы что ли. Нет, еще, она еще далеко. Чуть-чуть.
Отпускай, вот это охуенная рыба. Ой, извините, на камеру, конечно. Да нет, какая же. Просто бойтесь, не успел. Леха, я тебе говорил, на центр ставь, на центр. Самое клевное место, ё-моё. Ее не видно, да вот она, блядь. Ни хрена не видно. Тихо. Шугу доел, беру шугу. Он на самом деле смотрит. Ох, блядь, пошла опять. Отпускай, отпускай, значит она нормальная. Чересчур ее шугать не надо. Хочет башку шугать. Большая башка. Вот она. Еще больше, блядь. Вот это 7 где-то. Вот такие вот у нас уловы, ёпта. Красавчик-то. Блядь, а почему смотри, что та вода, что это, блядь, смотрись. Ну это она делала, не шит ее, а чё мы? Линейка. Вот помолчка, потом. Чего я приеду? Ребята, так рассказывайте, понравилась вам сегодняшняя рыбалка? Нормальная рыбалочка, нормальная. Нормальная? Не очень активная, но нормальная. В этом году сапу не заварили? Не, такую большую не варили. Не, большую, конечно, нет. Ну, по количеству больше было. А ну, по какому месте? А по качеству, да, по качеству. Секретно. Ну, естественно, все секретное. Что мы будем делиться, что ли? Да, замечательно. Мне очень понравилось.